там все это в огне, все горело. Крещатик, все это. Ужас. Я такого ужаса не видел в жизни. В обществе здесь происходит мощная трансформация сознания. То есть мощная смена парадигмы. То есть от вот этого ощущения своей неспособности что-то изменить к ощущению того, что только мы и можем что-то изменить. Українці вони вміють терпіти, вони можуть чекати, але інколи терпець тою вривається. Але коли терпець вривається, до кінця буде йти навіть найсильніший той українець. І які би події не було, чи то війна, чи то заради добрих справ, та українець він такий, що зможе піти до кінця. Радоваться жизни надо. Могло не быть и этого. И, конечно же, это будущее поколение, это молодежь. У нас сегодня очень много талантливой молодежи по-настоящему. И неплохо образованной, и стремящейся к каким-то идеалам. Я это вижу каждый день сегодня. И это не может не радовать, потому что, значит, у страны есть будущее. Наверное, мысль, что что-то может измениться все-таки после этого полгода. И что, может быть, мы, а может быть, даже наши дети уже будут жить в более развитой стране.